Владимир Ружицкий в ходе рабочего визита посетил научно-производственное предприятие «Звезда» в Томилине. Он рассказал его сотрудникам о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию округа, а также ответил на вопросы собравшихся. Есть Октябрьский проспект, или мы говорим там Старый Рязанка, Октябрьский проспект, расширение до 6 полос, и такая возможность сегодня уже проект по сути на выходе. И где-то пойдет, будем говорить так, как в народе говорят, эстакада, либо второй ярус, значит, движения транспорта, будет такой мост от, где-то примерно от Вечного Огня, и он где-то выйдет в районе сегодняшнего кинотеатра «Октябрь» в Люберцах, перед мостом следующим. Кроме того, глава рассказал собравшимся и о других проектах по оптимизации транспортного движения в округе. Это строительство новой дороги в обход поселка Октябрьский, реконструкция Егорьевского шоссе, уменьшение количества светофоров за счет создания подземных пешеходных переходов. Все эти меры направлены на устранение пробок в округе. Также на встрече говорили и о некоторых вопросах ЖКХ, планах по строительству метро и других насущных проблемах. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.